Ньюбилгу прошел студенческий квест «Сундук знаний». Самые активные и инициативные ребята на несколько часов погрузились в таинственную и захватывающую историю о пиратах Карибского моря. Для повышения боевого духа участников в начале испытаний организаторы квеста показали танцевальный флешмоб. Целью квеста было привлечь студентов к активной деятельности. И, кажется, организаторам это удалось. Перед студентами стояла интересная задача – найти украденный сундук с сокровищами. Чтобы успешно пройти квест, участникам предстояло преодолеть 11 этапов. На каждом их ждали подсказки, с помощью которых ребята двигались согласно выданным путеводным картам. Отыскать сундук оказалось непростой задачей. Участники выполняли разнообразные логические задания. Лучший результат показала команда медицинского института «Новокаин». Победители получили достойные подарки. Участников квеста не испугали испытания. Ребята бросили вызов океану науки, чтобы найти капитана Джека Воробья. Преодолев 11 препятствий и получив 11 подсказок, отчаянные, но не отчаявшиеся, они отыскали капитана в лабиринте кают и палуб.